Привет, друзья! С вами Гарникс, и сегодня нам предстоит поиграть в игрушку под названием Islands. Не поверите, от кого выпущена эта игрушка. Она выпущена от разработчиков Армы. Кто бы мог подумать, что Арма способна выпустить что-то нечто прекрасное. Точнее, разработчики Армы. Хорошо, ребятки, давайте приступим. В целом, у игрушки потенциал огромен. У нее есть огромнейшее количество крафтов и тому подобных вещей. Мы сейчас будем по порядочку совсем разбираться. Что мы сейчас видим? Мы видим довольно специфические текстуры вообще мира и нашего персонажа. Я, естественно, выбрал лысого, потому что я как бы лысый, да? Если что, все окей. Крафту у нас сейчас есть первые вещи, которые мы видим. Это горящий именно факел, необычный факел. Это, собственно, так называемые, как это называлось, боженьки. В общем, два камня цокаем, искорка вылетает. Я забыл, как это по факту называется. Ну, в общем, нам нужно два кремня для того, чтобы сделать, собственно, эту цацу. Дальше у нас есть веревка, у нас есть определенная одежда, несколько мешочков, которых мы можем, видимо, хранить, травы и тому подобные вещи. Ну и первые инструменты, плюс костер, плюс небольшая корзинка. Сейчас мы с этим всем будем разбираться. Давайте посмотрим, что нам, к примеру, нужно для топора. Давайте. Топор — самая важная вещь в начале. Во всех выживаниях почти. Так, нам нужен камень, нам нужна палка и нам нужна какая-нибудь веревка. Веревка делается из травы. Все, в принципе, просто, давайте искать. Так, я сам могу деревья срубить? Не, моей силы, видимо, кулака не хватает. Окей, так, у нас здесь есть семена, у нас есть ракушечки, у нас есть... это мы соберем ошметки сена, так сказать, потому что это уже растение иссохшееся немножко. Давайте ближе все-таки, наверное, в лес подойдем. Что здесь забыл блок воды? Кстати, вода. Вода здесь, ребятки, это просто нечто, серьезно. Я бы не подумал, что так сделанная вода может так хорошо выглядеть. Сейчас мы попробуем на глубину выйти. Вот глубина. Ныряй, дорогой. Ныряй, ныряй. Сейчас еще чуть-чуть. Вы посмотрите, какая лепота. Вы просто посмотрите, кто подумал, да? В такой простейшей игре очень круто все выглядит. Ну и, конечно, музыкальное сопровождение. Боже, я не знаю, я от нее так тащусь. Это что-то с чем-то. Хорошо, давайте, нам нужна трава. Это у нас филодендрон. Получили мы немножко травы и еще чего-то там. Еще чего-то там. Крабики. Вас можно забить? Так, дайте мне руки. Да, крабика можно забить. Вы не поверите, получить крабье мясо вместе с, видимо, его ошметком панцирем. Окей, допустим. Так, нам нужны камни. Ищем камни, потому что без камней будет плохо. Во. Во-во-во-во, вот они, дорогие. I'm hungry. Ты хочешь жрать? Подожди, товарищ. Видите, слева у нас значок появился. У нас есть что жрать вообще? Я не знаю, я сырым мясом тебя как-то не особо хочу кормить. Может, здесь какая-то растительность растет? Сейчас проверим. Так, какие-то семена, трава. Трава. О, яички, да? Да, яички есть. Или это только... Не, это не яички, это мы получили, к сожалению, перья. Так, палки нам нужны были однозначно. Давайте палки тоже соберем. Вообще, в принципе, можно и нужно собирать все подряд, а потом лишнее выкидывать. Почему? Потому что когда мы находим новые предметы... Ой-ой-ой, там кабанейра. Не, кабанейра я к тебе не хочу. Когда мы находим новые предметы, мы получаем новые крафты. То есть, по факту, если сейчас мы посмотрим крафт-меню, у нас уже появились новые предметы. Серьезно? Это то, что я думаю? Нет, это не то, что я думаю. Так, окей. У нас появилось крабье мясо, у нас появились... спиннинг вилл, серьезно? А для чего оно нам надо? Понятия, в общем, не имею, разберемся. Разберемся, у нас появился нож, ножа у нас, походу, до этого не было, если я не ошибаюсь. Я, конечно, мог глаза лупиться. У нас есть теперь... А, ну-ка, подождите. Это, собственно, перышко в голову, серьезно? На! Класс, я теперь, мать его, лысый индейец. Интересно, на чем крепится это перышко? Я не буду интересоваться, да? Нет смысла. Нет смысла. Так, каменюку мы нашли, этот нашли, древесину мы нашли. Мы, в принципе, уже должны смочь сделать топор. Сейчас проверим, что нам не хватает. А, мы веревку не сделали, сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, первый инструмент готов, слава яичкам. Так, инструмент, то есть давай на второе место тебя. Давай, топор в руки и попробуем срубить это у нас что. Это у нас какая-то очень странная пальма. Хорошо, поехали. Звук такой сочный от удара. Ты падаешь? Ты не разваливаешься? Окей, хорошо. Давай дальше. Вон даже порезы появляются. Ни хрена себе. Охренеть, это бамбук был. Это бамбук, это была не пальма, окей. Собираем бамбук тогда, давай. Сейчас посмотрим, что за рецепты мы получим от бамбука. О-хо-хо-хо-хо. Куча блоков, панелей, рамп, тому подобного сразу же нам влетело. Бамбуковая кровать, кстати, бамбуковый ящик. Что, кстати, требуется? Слушайте, из бамбука можно клепать прям безостановочно. Фордж даже можем сделать, серьезно, только нам нужен глина. Глина, белоус. Наковальня нужна, ну я понял, короче. Наковальне нам точно не допрыгаться. Так, Stonewater у нас есть, замечательно, это у нас топталка. Ее, кстати, надо бы сделать. Давайте камень возьмем, от нее должно появиться куча этих рецептов просто. Так, кабан меня боится, это хороший знак. Значит, он меня не сожрет. Ну я, в принципе, топором уже и лицо разбить могу, так что надо поаккуратней. Как бы, со мной.
А что это у нас под водой? Кораллы. Неплохо. Неплохо. А это что за дичь? Спонжик. Окей. Сейчас посмотрим, еще рецепты должны были появиться. Так, корзинки. У нас еще кровать есть из... Викербед, это как типа лежачок именно, а не кровать. А это чистая кровать. Хорошо. Мы теперь можем еще wooden spike делать. У нас есть заостренный инструмент, и с помощью него мы можем добывать разные... Создавать, точнее, разные еще вещи. Уголь мы можем делать из фаервуда. Угу, только для этого нужен килн, я понял. А, килн для прожига как раз... Да, все, я понял. Прожига древесины в угли. А, хорошо, с этим разобрались. Этот я сделал. Мы даже стрелы можем делать. Хера себе, сколько всего нужно до стрел. Я надеюсь, что кремень нужен чисто для того, чтобы их заточить, и он дальше останется у нас в инвентаре, потому что это было бы слишком жестко. Чересчур. Кстати, кремень. Нам бы кремень не помешал. Очень даже сильно не помешал бы. Только я что-то ни один не вижу. Я вижу рачков. Я видел обычные камни. Кстати, что это за куст? Что-то собрать можем? А, нет, я это, как его, траву собрал под кустом. Это капельку не то. Хорошо, валим дальше. Нам, в принципе, одежду не помешало бы, кстати, сделать. А то мы голиком бегаем. Может, хоть какая-то защита будет. Что нам нужно? Нам нужна веревка и трава. Все просто. Так, кто-то возле меня топтался. По-моему, только что звук неприятный был. Где у нас веревки находятся? Вот, веревочки, поехали. Раз, два. По одежде, раз. И на вторую не хватает травы. Намек уловил. Стоп, вот это что? Это ракушка. Ракушка меня не интересует. Так, эта хрень пусть остается. Вот в лесах где-то, наверное, и должен находиться, собственно, кремень. Так, здесь проверяем, проверяем. Планты не интересуют. Вот это что, беленькое? Грибочек? Шампиньон! Найс. Пожуем. Почему бы нет? Жрать периодически все-таки охота. Жрать периодически охота. Так. Вон там что? Вижу еще перья. Куча гнездышек. Знаешь, что это не напоминает? Кабанейра, ты же не на меня бежишь, скажи, пожалуйста. Все, он от меня бежит. Все замечательно. О, музычка заиграла. Вот эти вот все гнездышки мне напоминают очень жестко 7 Days to Die. Когда мы находили, чтобы сделать проклятые... Это что? Цветочек? Чтобы сделать проклятые стрелы. Ну, да, я так понимаю, что здесь тоже нужны будут перья для стрел, поэтому не будем забываться. Так, дорогой кремень, где ты? По сути, он должен находиться на самом начальном участке, на котором мы появились. Сейчас я посмотрю. О, вон лежит, по-моему. Вот лежит, 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 лежит. Давай, иди ко мне. Есть, наконец-то, сейчас должно быть вообще еще куча крафтов, в разы больше. Нет, я бы не сказал, что прям в разы больше. Так, давайте сделаем мортар, мортар сделали, получили что-то, получили пигменты разные. Да, с помощью них мы, собственно, можем ракушки и цветы перемалывать, так сказать, в кашицу и делать из них красители, по факту. Даже белый пигмент можем делать. Слушайте, я не знаю, для чего он будет у нас использован, но давайте один сделаем, к примеру. А мы 10 за раз делаем, я понял. Что мы еще можем? Так, это из разных ресурсов мы можем. Мы можем даже green пигмент из... ага, все, я уловил. В общем, на каждую тратим 10, получаем 10. Замечательно. Здесь мы можем сделать с вами кровать. Но я пока что не хочу ставить базу. У нас все-таки слишком много возможностей. И в путешествии в плане. Поэтому мы сначала найдем что-то, наверное, ценное, а потом начнем заниматься базой. Так, давайте сделаем с вами нож. Он явно нам пригодится. У нас новые крафты появились. Да, появились новые крафты за счет ножа. Так, grass sleeping pad, это у нас, собственно, лежак так называемый. Кстати, да, я же хотел сделать... Промашечка у меня, я же хотел сделать вещь. А ту вещь я не одел, да? А ну, напяль. Это юбочка, найс. Я, правда, не знаю, откуда у меня футболка взялась. Ну, ладно, пусть будет, я не буду вредничать. Так, давайте, собирать все, что только сможем. Это что такое? Высохшее деревце? А ну-ка. Вот из него какие-то доп. Ресурсы выпадут. Так, есть. Пенечек не обязательно рубить, ну ладно. Раз ты уже решил... Бить пенечек? Нету. Все, решил бить этот. Хорошо. Так, здесь у нас wooden piece и, собственно, ветки. Ну, ничего нового нет, к сожалению. Так, это все собираем, 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 собираем. Мне нужна трава и мне нужны грибы, потому что мне нужно жрать. А жрать нечего. Где у меня грибочки? А, они у меня на десятке стоят, да? Ну, налей, имеется в виду. Скушай грибочек. Не отравишься? Еще один скушай. Слушайте, не наедается грибочком. Это плохо. Это плохо, это нехорошо. Так, забирай еще тогда. Да не бей ты ее, просто ты. Забирай, это нам пригодится. Фиолетовый, видимо, мы сможем делать другие красители. Так, это у нас что? Боженьки, шлем из краба. Это ли не замечательно? Так, мне нужны крабы. Мне нужны крабы, я хочу шлем из краба на свою лысую голову. Так, где мой топор? Крабик, иди сюда, ты мне нужен. Без обид, ничего личного. Ничего личного, мне нужен шлем. Серьезно. Забирай. Забирай, так, шлему могу сделать. Найс. Так, а ну напяливай эту красоту. Она вообще что-то дает, по сути?
Нет, нет никаких особых, собственно, этих. Настрой. О, да, деточка. Окей, отлично. Я доволен. Я доволен. Так, травы насобирали, можем одежду сделать. Так, одежда, у нас есть юбка, нам нужна футболочка. Поехали, футболочку напялил. Ну все, я теперь прям. Такое чувство, как будто у меня сзади каре. Такое бордовое почему-то, но каре. Ладно, нормально. Я теперь истинный выживальщик. В шапке из краба и, собственно, в вещах из хрен пойми чего. Так, нам при любых нужен еще флинт. А именно кремень, потому что без него будет совсем плохо. Он дает нам огонь, он дает нам, собственно, радость, поэтому без него никак. Так, это то, что нам надо. Птичка, я тебя могу рубануть? Стоять! Есть! Птичку рубанул, мясо получил. Нам нужно два кремня для того, чтобы сделать, собственно, огонь. Потому что костер мы можем поставить, а разжечь нам его, естественно, нечем, если у нас не будет два камушка. Так, проверяем, проверяем, ничего, ничего ценного, ничего. Не, ну траву тоже, конечно, надо собирать, пригодится. Это что такое? Чистый камень. Так, это у нас хлопок. Забираем, ракушки тоже заберу. Я понять не имею, нахера они мне нужны, но я их заберу. Я их однозначно заберу. Это что за росточек? Это росточек. А, нет, мы собрали чисто сено. Ошметки, так сказать. Сухие ошметки. Так, перья обязательно собирай. Да ладно, я что? Я даже гнездо могу стырить? Вы что, серьезно? А, гнездо в виде ошметка, все, я понял. Хорошо, вопросов нет. Так, white пигмент мне не надо, это мне не надо. Вот, синие пигменты можем делать. Муку. Отлично, мы можем перемалывать муку из квиноа. Квиноа мы берем, перемалываем, выходит у нас мука. Видимо, хлеб недалеко. Хлеб недалеко ушел. Так, ложку можем сделать? Конечно, давай. Как же мы без ложки жили, ты что? Как ты вообще ел без ложки, я понять не могу. Ты ж, бесстыжий. Так, ошметки дерева можем сделать. Именно прям тырсу. Так называемую, причем в разном количестве. Либо по одной, либо по 10 сразу за раз. Это, скорее всего, для розжига костра может при... Сомбреро! Так, быстренько. А у нас еще есть два вида сомбреро. Есть темное, есть более светлое, зеленый. Давай мне сомбреро. Краб, извини. Сомбреро куда круче. О, да, деточка. Вот теперь я истинный выживальщик. Так, хорошо. Нас интересует флинт. Я, наверное, думаю, мы куда-то на гору залезем. И там, собственно... О, есть флинт. На гору куда-то залезем. И там уже, собственно, будем по чуть-чуть организовываться. Поставим костерчик. Тут как-никак есть день и ночь. Ночью не особо приятно, собственно, шататься. Поэтому надо поаккуратней. Поаккуратней заранее готовить. Тем более, что у нас голод. Мясо у нас все это есть. Но мы его не можем приготовить без костра. Боже, это ананасик. Это ананасик. Ананасик ты сырой можешь есть, если я не ошибаюсь. Где ананасик? Давай. Он автоматом на десятку падает. Отлично. О, все, голод пропал. Ананасик хорош. Ананасик замечательно. Ананасик это вам не ошметки. Давайте я еще один заберу. Давай сюда ананасик. Спасибо. Вот, слушай, да здесь прямо ананаса валом. Воу-воу-воу, это у нас что такое? Это, походу, у нас руды. И все, что с ними связано. Я по ним хожу и звук металла. Ясный красный, что это что-то... либо копер с айроном, либо что-то тому подобное. Так, хорошо, давайте, где у нас кирка, что для нее не хватает? Веревка. Сейчас заделаем веревочку, одну секунду, веревочка. Давайте вообще несколько скрафтим на будущее. И сделаем... пик это скорее все-таки для добычи земли. Давайте хаммер сделаем. Или пик. Давайте, нет, пик все-таки. Давай, забирай. Пик выставляем на троечку. Так, а ну-ка, гупни. Еще разок. Такое чувство, как будто я, пардонте, из определенного места выкатывается у меня. Копер ор, окей, давайте еще айрона возьмем. Не земли, айрона. Так, айрон есть. Давай, давай, ни хрена себе здесь жилка, слушайте. Я здесь разбогатеть могу прям. Я вот чувствую. Так, а ну, забирай. Чего набрали? Сколько? 7 айрона и еще 4 копера. Ну давайте добудем, уже так и быть. Че добру пропадать, правильно? Я уверен, что нам вскоре пригодится, мы совсем... Мне понравилось, как дерево просто опускается. Дерево тупо опускается, даже не напрягаясь. Так, перемешку с землей пошел копер. Я только не знаю, есть ли здесь в этой игре перегрузка. Но мне кажется, какое-то ограничение все-таки по переносимым вещам должно быть. Так, это я заберу, это я заберу. Так, карты у нас, естественно, пока что никакой нет. Жаль, хотелось бы... Вы посмотрите, сколько здесь на крах. Слушайте, я здесь буду обживаться, явно. Я буду обживаться где-то здесь, потому что у нас здесь хреново туча ресурсов. Давай, залазь наверх. Что это за звук? Да ветер типа дует. Херасики. Давайте на самый верх, мать его, я царь горы. Так, наш островок есть. Отлично, давайте где-нибудь... Вот на вот этой полянке, наверное, я засяду. Буду горным пацаном. Однозначно. Так, становись здесь. А что это у нас там торчит? Воу, там строение есть. Погодите, погодите. Может, мне даже обживаться не надо будет заморачиваться. Я уже в
чьи-то домики залезла? Что это такое? Там реально дом стоит. Я не шучу. Там даже два здания стоит. Только тут пантера еще при этом. Это как бонус, так я на всякий пожарный топор в руку возьму. Хера себе, здесь полноценный дом. С стеклами. И надгробие. Написать на нем что-то? Написать? Ничего не буду. Некорректно на надгробиях что-то писать. Так, домик. Не надо рубить, открой. Матерь божья, а что здесь лежит? Iron Hammer, отлично. Iron Chisel, отлично. Так, use ladder. Залезли на второй этаж. Здесь кровать есть! А что под кроватью лежит? Aesop's Fables. А ну-ка возьми. Неправильно сделал, не руби кровать. Так, это чьи-то, видимо... The Wolf and the Lamb. The Bed and the Whistles. Здесь какая-то информационная часть у нас. Видимо, человека, который здесь обитал. Мне интересно, встречу ли? 152 страницы, вы что, с ума сошли? Это мини-рассказики, типа, да? Нет, даже не рассказики, это скорее советы. Это скорее советы. Ладно, будем потом разбираться. Lion Bed нам что-то это даст? Мы можем поспать. Слушайте, короче, я знаю, где я селюсь. Все, так, прыгай вниз. Надеюсь, ты ноги не сломаешь, когда прыгнешь вниз. Здесь есть еще полка, правда, я ее, так понимаю, задействовать никак не смогу. Так, выходи, закрывай домик. Закрывай за собой. Что у нас... Это что, лодка? Это гроб! Лол, там гроб лежит! Так, деревянный стульчик. Окей, пусть будет. Так, иди сюда, здесь флинт, по-моему, лежит. Так, это что? Савана Шраб. Отлично, забрали стик. Флинт забирай. А с гробом я что-то сделать могу? Полежать в гробу? To steep to line down. Да, она некорректно немножко лежит, мы не можем в нее засунуться. Короче, здесь жил парень, который делал гробы. Окей, это что, кстати, такое? Что я только что поднял? Это у нас этот марбл, боженьки, как он, мрамор. Ядрить, колотить? Слушай, а это что такое? Iron Pick! Слушай, мы нашли топовые инструменты. На ровном месте. Так, хаммер меняем, где он? А, у нас хаммера даже не было. Iron Pick сюда. Так, еще ветки. Это что за шмет? Сейчас попробуем его прыгнуть. Нет, мы так выкапываем землю, это капельку не то. Так, хорошо, давай тогда здесь основаться. Так, погнали, раз нам такая судьбинушка перепала, что у нас появился, собственно, домик. Так и будем. Так, где у нас самый стандартный костер? Кастрик, 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 кастрик. Wooden piece меня не интересует. Вот кастрик. Констракт, давай. Вот сюда давай подальше поставим. Так, интеракт виз. Подождите, у нас флинта дофигища. Нам нужно сделать камушки для искорок. Давай, крафт. Есть. Так, и где у нас в инвентаре? Би-би-боп, би-би-боп. Я не могу его найти. Я просто не могу его найти, в смысле... Я же его точно скрафтил, да? Требуется два флинт, выходит. Крафт еще разок. Not enough inventory space. Я просрал сейчас кучу ресурсов. Ня-ня-ня-ня, я два камня просрал. Так, ладно, давайте выкидывать ненужные. Спонж, до свидания. Red coral, эти кораллы, все эти нахер, оно мне не нужно. Явно ни к чему. Так, это все выбрасываем, перья пригодятся. Флауэр я обязательно смогу собрать в другой раз. Сишел выкидываем. Я только заговорил о том, что мы можем дойти до границы. Сейчас, у нас где-то был бамбуковый ящик. Бамбуковый ящик, что для тебя нужно? Any rope, 3 штуки. Сейчас, дорогой, сейчас все сделаем. 2 секунды. Все по той про... Не, не надо еще один костер. Спасибо. Так, any rope, давайте, где у нас ропики были? Где-то вот в самом конце, по-моему. Да, вот здесь. Раз, два, три. Так, проверяем ящичек, дорогой. Где у нас мебель? Ящичек, констракт. Ух ты ж, мать его, какой он огромный. Так, ну давай, ну сюда некрасиво ставить. Сюда тоже не ок. Так, поворот у нас через 100, rotate аж. Так, давай в нашу сторону. Я, правда, не понимаю, в какую сторону он открывается. Ну да и не имеет значения так-то. Так-то не имеет значения. Давай вот сюда, кастрик у нас здесь стоит. Ящичек здесь будет. Так, бамбу чест, отлично. О, не, много мы сюда, конечно, не скинем. Но тем не менее. Тем не менее. Так, close. Close. Так, через control. Через вторую клавишу. Да, через вторую клавишу. Давайте сюда накидаем ресурсы, которые мы, скорее всего, в кратчайшем времени использовать не будем. Вероятнее всего. Copper ore, к примеру. Руду, руду. Marble chunk. Мне кажется, что это не все ресурсы, которые я насобирал почему-то.
Так, семена травы, квина тоже сюда, этот сюда. Старый инструмент сюда. Угу. Угу. Давайте пигмент. Orange Shell вообще можно выкинуть. К чертям собачьим. Я так понимаю, что он именно удаляется, а не выкидывается. У меня такая чуечка. Так, вроде бы все зачистил. Теперь мне точно нужно найти флинт. Иначе быть беде. Кстати, что здесь? Лол, смайлик? Что? Разрабы привет передают. Это закрытый куб. Дисплей-блок. А, это дисплей-блок. Это какая-то, наверное, очень дорогая вещь все-таки по крафту. Не можешь залезть? Да? Можешь. Это металлическое все. Ядрить, колотить. Ладно, я пока его в скалу поводить не буду. Вдруг от него какая-то польза будет в будущем. Так, флинт раз. Флинт два. Есть. Так, давай, теперь скрафти. Я тебя прошу, скрафти эту дичь. Не зафейли. Так, все, она добавлена в инвентарь. Замечательно. Вот это другое дело. Так, поставим на девяточку, допустим. И пойдем разожжем костерчик и приготовим какую-то еду. А то мы с голоду реально откинемся. Просто на ровном месте. Не, ну хату найти это, конечно, халява было. Я сомневаюсь, чтобы я такое сам построил. Поэтому это реально халява. Так, поджечь. Давай. Тыц. Найс! Мать его, он горит. Он горит. Так, создавай крабье мясо тоже пожарь. И фруктики у нас еще какие-то есть. Хотя... Ладно, делай. Мы еще можем грибы приготовить. А это для розыга, что ли? Ладно, пусть пока будет. Пусть жарится еда. Здесь все, что я навыкидывал, кстати, валяется на полу. Что не очень хорошо. Гвозди, кстати. Здрасте. Можем лечь в гроб. Да, только классно, наверное, в гробу полежал, да? Вообще, офигительное чувство. Так, готовый план, кстати. Деревяхи готовы. Что у нас? У нас вообще по строительству куча всего есть, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас через Е. Что? Призвать коня? Не, ну у меня еще нет коня своего, правильно? Поэтому как-то это бессмысленный поступок был отчасти. Хорошо. Так, мортар пусть будет со мной, флинт пусть будет со мной. Он нам пригодится для крафтов. Вот эти кораллы нафиг. Алоэ вера лиф тоже нафиг, стоун нафиг. Эта фигня пусть тоже будет со мной, это нафиг. И все, да? Ящик забит. Ну, вообще, можно делать следующий ящик. Ой, темнеет уже, ребятки. Хорошо, что мы костер сделали, слушайте. А то попали в просак. Так, нам нужно что-то еще по еде найти. По еде найти, это у нас что? Арбузик! Ёппарес это, вот это я фартовый. У нас здесь прям арбузики растут. А семена где? Мне нужны семена арбузика, я хочу попробовать посадить. Чтобы у меня росли свои арбузики. Там что? Там хлопок, по-моему, да? Так, а ну-ка, если я пну... где мой топор, кстати? Дайте мой топор. Если я пну топором, к примеру, вот эту дичь. Да не камень. Не надо камень. Получили семена? Есть! Дикий арбузик. Дикий арбузик. Сейчас я попробую их посадить. Я, конечно, сомневаюсь, что все так просто работает, как я предположил. То есть, что я просто сейчас нажму, и он сядет, но тем не менее. Нет! Это так и работает. Посадить. Арбузик посадили раз. Арбузик посадили два. Я не знаю, нужно ли ухаживать за растениями, но... Пусть растут. Пусть растут, слушайте. Арбузики мне реально нравятся. Так, дальше. Что у нас еще из нового появилось? Давайте сначала по инструментам. Мы знаем, что Iron Pick делается с помощью... Ага, нам теперь нужен хаммер для того, чтобы делать из железа. Это, кстати, хитро. Это правильно. Это правильно. Так, по одежде у нас что-то новое есть. Melon Hell! Хо-хо-хо! Ну вы понимаете, в чем я сейчас ходить буду, да? Так, один арбузик потрачу чисто ради... Шлемы. В смысле, у нас... А зачем три шлема сразу делать? Можно узнать. Ну, ладно, не буду вдаваться в подробности. Так, что-то совсем уже темно, слушайте. Совсем. Так, шлемы надевай. Все! Я как военный теперь. Мне бы еще всю одежду из арбуза сделать. Я был бы вообще топчиком. Так, хорошо. С этим разобрались. Так, с инструментарием. Ясно. Так, что нам нужно для создания... А, вот, нам нужна печь. Все, отлично. То я уже перепугался, я думал, мы в инвентаре будем делать. Rental chest. Нужны гвозди. О-о-о, вот это уже начинается сложности. Обычный wooden chest, нужны планки, гвозди. Нам-то лучше делать... Хотя у него вместимость, наверное, больше, мне кажется. Вместимость должна быть больше. Не знаю, в чем суть, кстати, полок, потому что у нас там полка стоит, я ничего с ней сделать не могу. Так, можем сделать лежачок. Dummy target, это мы, видимо, тренироваться сможем. Хорошо, хорошо, контейнер. Вот у нас, кстати, есть еще корзины. Я, правда, не знаю, как они работают, как контейнер. Давайте поставим здесь рядом. Так, а ну-ка, открой. А, да, как обычный ящик, только в нем мало слотов. 9 всего лишь. Хорошо, допустим. Где у нас было? У нас было какое-то подобие печки и тому подобных вещей. Сейчас я перепроверю. Так, здесь нихерашеньки, нихерашеньки. Двери салуны.
Shift Hull Aft. Отлично, мы еще и корабль делать сможем. Отлично, по частям причем. Еще много надо? О, как много надо. А я еще думаю, остров такой маленький, конечно. Мы клепаем корабль и понеслась. Так, это у нас... Пусть будет рычажок. Так, мачта. Замечательно, латрин. Пусть будет. Стоп, я не понял, где печка? У меня была печка, я 100% помню. У нас был прожигатель угля и была печка. Где они делись? Или мне нужны ресурсы на руках, и тогда мне будет показывать. Но это глупо. Это некорректно. К примеру, wooden piece у меня нет. Но у меня есть один из ресурсов требуемый. Ладно, тогда допустим, это, кстати, что такое? Repair kit, скорее всего, для корабля. Мы реально можем делать гроб. На полном серьезе. Причем закрытый, или, либо отдельно крышку с нижней частью. С поддоном. Ох ты боже, игра, что ж ты со мной делаешь? У меня же воображение... Буковки! Ядрить, колотить. Короче, вы знаете, что там будет из буковок сделано. Так, бочонок у нас еще есть. Тоже считается контейнером. Требует гвозди планки. Хорошо. Сейчас я попробую тогда вернуть ресурсы. Давайте. Забрать. Как видите, обновляется список создаваемых предметов. Сейчас я заберу, проверю. Где у нас производственные materials and resources? Так, это у нас фурнитура и... Это у нас как называется раздел? Все, что остальное, да? Типа лишнее. Так, отметки, лестница. Да, появилось еще больше ресурсов. Колбаскет, серьезно? Корзинка для угля? Зачем? Зачем? Непонятно. Так, ну мне обидно, я потерял печуню, я ее до этого мог делать. Я ее просто потерял из виду. Нужно тогда восполнить запас ресурсов, и тогда мы точно сможем сделать то, что нам нужно. Так, давай сделаешь муку. Мука нам должна дать возможность... Что? Ой, у нас куча рецептов муки. Мы почти... Там мы половину, наверное, возможных вещей, которые есть, можем сделать. Так, это у нас заготовка хлеба, я так понимаю, да? Cooking spot. А, нет, это уже готовый хлеб мы можем сделать. А ну-ка, сейчас проверим. Кстати, что у нас там с готовкой? А то я что-то так отвлекся. Да, все готово, забирай. Забирай. Нам, кстати, пожрать надо. Да, мы можем сделать хлебчик. Крафт. И еще фрукты давай. Еще фрукты. Так, проверяем, что у нас по жратве. Так, стоп, отменить. Вот так. По жратве у нас есть крабье мясо. Давай. Ням. Сожрал. Еще одно сожри. Все, ты не голоден. Замечательно. Замечательно, полбеды готово. Так, сейчас где у нас крафт? Я попробую пробить. Форч, вот, есть. Форч требует белос анвил. Анвил мы не сделаем. Так, клин нам нужен. Клин мы не можем сделать. То есть у нас был какой-то ресурс, который давал нам возможность сделать клин, теперь его у нас нет. Хорошо, нам нужно будет переработать кучу ресурсов, срубить деревья. Посмотреть, что мы можем вообще... Давайте одно дерево срубим. Посмотреть, что мы можем сделать из древесины, переработать ее в разных направлениях. Куда ж ты упала? Нет, не падай под текстуру, пожалуйста. Я тебя прошу, по-человечески. Отлично, ох, ни хрена себе. Так, вот, большие доски, точнее эти бревна, из которых мы, собственно, будем делать то, что нам нужно. Так, лог забирай. Так, отходи сюда. Проверяем. Так, где у нас переработанные ресурсы? Мы можем сделать планк, мы можем сделать wooden piece. Стоп, нет, то, что у нас имеется. Вот, о. Так, ресурсы. Можем сделать обычные палочки из стиков, кстати. Пусть будут, чтобы у нас открылись новые ресурсы. Здесь нам нужен любая пила. Угу. А я пилу разве могу сделать? Арбалеты! Я могу сделать арбалет! Stone Spear, я могу сделать болты. Вот что меня больше интересует. Можем копья сделать из дерева. Чисто пол. А это метательный или нет? В общем, вопрос. Короче, слишком много вопросов, слишком мало ответов. Очень мало. Очень-очень мало. Так, у нас есть... Да, кстати, у нас появляются лопаты и тому подобные вещи. Они уже требуют более важных вещиц. Iron Bow мы даже можем сделать. Слушайте, жестко. Но я не могу сделать пилу. Но мне, скорее всего, нужна веревка и еще что-то там. Так, стулья мы можем делать. Мишени появились. А клин случаем не появился? Я так чисто поинтересуюсь. Вдруг еще... Нет, не появился. Или он килл называется, подождите. Да, он килл называется, я дебил. Нам нужен, собственно, глина. Для создания килла. Хорошо, а для энвила? А энвила у нас в рецептах даже нет. Нам нужно, короче, каким-то раком переработать... Нет, стоп, я запутался. Как так? Что нам нужно для слитков? А, я же выложил, или нет? Или я забрал? Нет, я забрал. Так, здесь у нас что, ничего не лежит? Проверяем. Ресурсы, коппер, либо же айрон. Что для него требуется? Для него требуется смелтинг фюрнес. Вот, фюрнес у нас требует овер до хера всего.
А, у нас есть без фьюл. А, она делается из чистого глины. Блин, теперь осталось только глину найти тогда. Она светлая. Она очень светлая, но сейчас ночь... Ой, смайлик светится. А там печальный смайлик. В общем, как вы понимаете, сейчас я попробую поспать. Чтоб, собственно, ночь не ожидать, не прожидать. Так, ложись. Ложись и спи. А, мы можем нажать, когда проснуться. Проснуться. Най, слушайте, серьезная система. Так, давай спрыгивай вниз. Закрывай дверку. Так, все на костре прогорело. Весь костер прогорел. Тить твою мать. Empire Remains. Но здесь, слава богу, сохранилась еда. Это хорошо. Так, открываем инвентарь. Давай скушай еда. Где у нас? Давай фруктики. Эквип, дестрой. Эквип, конечно же. Давай. Ам-ням-ням. Все, фруктики зашли. Проверяем теперь. Теперь мы должны просто найти, где что-то есть похожее на место рождения... Не место рождения, точнее. А небольшие залежи глины. Я так понимаю, что они должны находиться ближе к воде. Так, главное не забыть местонахождение вот этого всего добра. Будет глупо и обидно это все потерять. Очень глупо и обидно. Так, здесь у нас скалистая какая-то местность. Давайте гупнем пару раз. Давай. А, мои уши. Stone Chunk. Ну, в общем, камни мы здесь можем добыть. Замечательно. Камни это хорошо, но мне нужна глина. Мне нужна глина, чтобы хотя бы... Вот глина! Скажите, что это глина, пожалуйста, я вас умоляю. Так, собери все, что здесь есть, чтобы оно нам не мешало. Собери, собери, поехали. Это не глина. Или глина. Это в чистом виде кремень! Охереть! Вот это я тут разбогатею, короче, на кремень. Давай, 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 греби. Боже, какой звук. Какой звук. Бедные уши. Отлично, сколько собрал? 22 кремня! Окей, пусть будет. Пусть будет, пусть валяется. Мне нужна все-таки глина. Глина куда важней. Так, забирай ананасик. Inventory space full. Не-не-не-не-не, нельзя такого допускать. Так, уберите фильтр. А, да, нам нужно было выложить лог, потому что они очень дохрена весят. Ну, в общем, мы найдем глину и мы займемся. Боже, сколько здесь ананасов. Надо, кстати, посмотреть, что с нашими арбузиками. Они начали хоть чуть-чуть расти. Хоть чуть-чуть. Стоп, я сдалека только что видел, как работают внутри, по-моему. Вы видите, что там происходит, да? Там, видимо, стоит какой-то то ли генератор, то ли что, и он, собственно, выдает вот эти пиксели на фоне. Так, ты что такое? Что это? Вот! Вот то, что мне надо, глина! Ти твою мать, блин, надо разгружаться, в общем. Я с собой копера нахватал, всего нахватал, поэтому не получится. Так, арбузики, скажите, что вы не погибли. Скажите, что вы продолжили рост. Нет, они тупо стоят. Видимо, надо будет сделать что-то наподобие ведра, наполнить его водой и так далее, и так далее. И, собственно, тогда мы сможем создавать все, что нас интересует. Так, копер сюда, флинт сюда, доски, палки сюда, грязь сюда, это сюда. Так, это записки тоже пусть валяются здесь, они мне не пригодятся. Камень сюда, алоэ верку сюда. Это можем оставить, топор пусть будет, это выкидывай, это выкидывай, это выкидывай, выкидывай, выкидывай. Гвозди тоже сюда, этот сюда, этот сюда. А, все, забили. Забили полностью. Сейчас, я добуду, я все-таки хочу сделать фордж и постараться его поставить. Так, а где я видел здесь? А, вот, вот-вот-вот, все отлично. Память еще как бы присутствует. Да не палки ты забирай. Ну, по глине слишком жесткий звук, серьезно. Ладно, еще металл и кремень, но глина это... Реально жестко. А месторождение это хорошее, слушайте. Самое хорошее, что ресурсы падают не вниз, а падают ко мне. Это упрощает немножко ситуацию. Так, собирай, 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 собирай. Сколько у нас? Да хренища. Вот сколько у нас. Так, где у нас? Боже, она не форч называлась. Она фурнес. Фурнес, фурнес, фурнес. Есть. Констракт. Беги, 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 беги. Сейчас поставим. Как же она стрёмно выглядит, правда, но... Нам главное, чтобы она работала, правильно? Правильно. Все, все остальное нас не интересует. Все остальное нас не особо интересует. Так, поставь вот сюда ее. Так, есть вторую, не надо. Вторую не надо. Откажись от нее, откажись. Отлично. Так, интеракт. Да, мы можем здесь переплавлять. Но нам, скорее всего, пригодится уголь, мне кажется. Мы же не можем на ровном месте. Так, сейчас я попробую ее поджечь. Интеракт виз. Нет, я не могу ее поджечь. А ну-ка, подождите. Не собирай мусор. Не собирай мусор. Где у нас хоть какой-нибудь? Давай тот же айрон, к примеру. Проверяем. Крафт-крафт, да. Мне вероятнее всего кажется, что нам нужно добыть уголь, закинуть его туда и, собственно, разжечь это все дело. Я могу сделать вазу? Серьезно? Неплохо. Это контейнер? Нет, не контейнер. Это чисто для красоты. Разные вазочки могу сделать. Я прям талант буду, серьезно. Ой, ребятки, ну как вы понимаете, потенциал у нас на развитие огромен.
Просто огромен. Если вы хотели бы увидеть эту игрушку еще на канале, обязательно пишите об этом в комментарии, либо просто поставьте лайк под этим видео, чтобы я об этом узнал. Ну а пока что мы делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся, возможно, в следующем эпизоде. Пока-пока.